Всем привет, меня зовут Даник. Мы набрали бассейн, и сегодня мы будем купаться. Мы набрали разных игрушек. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Плавильник. У нас тут есть плавильник, который куча. Можно прицеплять к спине. Ей, вентилятор. Это вентилятор и брызгалки. Когда нажимаешь на кнопочку здесь, она брызгает, вот эта рыбка. Что у нас есть еще? Пистолет. Еще у нас есть... Рыба-печанка. Вот такие вот пистолеты, брызгалки. У Анюты розовенький пистолет, а у Даника синенький. Бросаем, да. Что у нас тут еще есть? А у нас тут есть еще вот разные всякие такие детские брызгалки. Вот. Еще есть вот такие вот колечки. Колечки с грузом, которые опускаются вниз бассейна, и за ними надо нырять. Такие же шарики с хвостиками. Палочки. Что у нас еще есть? И медузы. А как медузы эти плавают, вот мы увидим сейчас. А Даник открывает медуз. Бросай их сразу в бассейн. Посмотрим, как они плавают, эти штуки. Дай мне одну посмотреть. Дай. Какие они классные. Вот тут дырочки сзади. Они как настоящие. Ух ты, плывут. Опа. Класс, я не опускаю. Смотри, там одна опускается вниз в воду. Потому смотри, что она первая. Ух ты. А Анютка сейчас открывает палочки. Здесь на каждой палочке написаны цифры. Это на какую глубину они опускаются, что ли? Ух ты, они резиновые. Смотри-ка, класс. И бросаем их прямо в воду. Опа. Они опускаются? А как? Смотри, они стоят, Анютка, там. Смотри, Даник, смотри. Они там становятся и стоят. Они, наверное, метры должны показывать на глубине. Где 40, где 50 метров. И Даник открывает у нас колечки. Тоже колечки с грузами, которые тонут. И их... И за ними нужно нырять. Ух ты! Я буду нырять. Опа! Давай посмотрим. Ух ты! Смотрите, они тоже опускаются вниз. И у нас остались вот такие вот шарики. Я хочу. Их тоже надо опустить в водичку. Шарики с хвостиками. Ух ты! И они тонут, они сразу падают в воду. Ух ты! Бросай. Ух ты! Ой, сколько там у нас всего, а? Смотрите. И что у нас осталось тут? У нас остался вот такой вот плавник. Swim fin. Вытаскиваем. Он крепится на спинку ребенку. Да. И помогает плыть, да? Ну что, залезаем? Да. Прыгай! Внимание! Сейчас будет номер. Ой! Сюда нужно набрать. Что? Сюда надо водичку набрать. Сюда. Вот, и смотрите, как она сейчас брызгаться будет. А ну-ка посмотрим.
улыбаешься, смотри. Брызгаешь вот так и охлаждаешься. Ух ты, вот это полезно брать с собой куда-то на прогулку, да. Обрызгиваешься и охлаждаешься одновременно. Классная штука. А давайте посмотрим, что вот эта штука делает. Ну, а, ее вот так вот набираешь водой. И вот обычная такая брызга. Я в домике. У меня есть вот такая вот пулялка. Вот такая вот леечка. Как она работает? Вот. Ай! Вот так. Вот так, вот так, вот так. Ох, Даник. Ты напросился, Даник. Вот так. Вон там акула. Я попробую поближе к ней приблизиться. Подойти к ней поближе. Она опасная. Тихо, тихо. Она не должна нас услышать. Тихо, тихо. Нам, по-моему, нужно возвращаться назад. Не возвращаться. Она нас заметила! О, Боже! Еще раз. У меня есть... Анюта, у меня есть секретное оружие. Я сейчас подойду к акуле очень-очень близко. Я ее поизучаю. Она опасная. Смотри, она какая красивая плавает. Ее даже погладить можно. И плавник у нее какой красивый. Акула. Она меня не съест. Она меня не съест. Вон она. Я даже... Акула. Вот тебе. А смотрите, что у меня есть. Кто это? Это кто? Это губка Боб. Как вы думаете, это Ванька Встанька будет тут стоять? Нет. Или она упадет? Нет, да, упадет да, Ванька Встанька? Нет. Будет стоять он? Да. Давайте посмотрим. Отходи. Внимание. Он упадет. Ну-ка, Даник, толкни его. Толкни. Ой, смотри, он поднимается. Обалдеть. Держи. Ой, смотри. Даник, к соседям не запули его только. Ребята, вы хотите еще подарки? Да. Вот у меня тут целая куча. Что это? А это персонажи из мультика «В поисках Дори». Кто тут у нас? У нас тут есть осьминог. Я не помню, как его зовут, правда. Фрэнк, по-моему, нет, Даник? Как их открывать вообще? Просто. Они тонут? Нет, это игрушки-пулялки. У них тут есть дырочка, ими брызгаться надо. Тут у нас есть Немо. Кто тут у нас еще есть? Папа Немо. Это у нас Дори. Класс. А это скат, который их катал в школе, да? В рыбьей школе. А это кит. Какой-то кит синий. Так. Сейчас мы все откроем. Вот. Так, это кто у нас? Это Немо. Ну-ка, покажи, пожалуйста, как он пуляется. У меня Дори тут. Так. Немо. Буль-буль-буль-буль. У меня еще два буль. Буль-буль-буль. Оп. Это мое. Ух ты, смотрите. Анютка. В меня не надо, у меня камера. Только я могу, вот так вот. Оп-оп-оп-оп-оп. Так, а что у нас здесь? Тут у нас краб, который делает пену. Будем пену делать, много пены. Мы налили в краба немного мыла. И сейчас мы его... Нальем в него немножко воды и включим. Я на Ваньке встаньте, мама. Включаем. Пошла пенка. Класс, у нас скоро весь бассейн будет в пене. Хотите много пены в бассейне? Да.
Много пены? Да! Да. Тебе нужна пенка? Превратили наш бассейн в огромную ванную с пенкой. Что такое? Одноглазый Джо. Все в порядке. Ай! А Даник еще больше пены делает. Бородатая Анюта. Анюта, ты смешная такая будет. У тебя даже на зубах эта пена теперь. У меня возникла идея. Дай мне очки свои, пожалуйста, Даник. Это что я хочу. А, да? А ну-ка, стой. Даник, помоги. Подержи мне, пожалуйста, подержи. Давай, давай, одевай. Ой. Убегает. Одеваем очки. У нас будет летчик. Летчик-испытатель будет у нас. Смотри. Летчик Боба. О, смотри, смотри, какой красавчик получился. О, смотри, он весь в пене у нас. В очках и в пене. Очки ему пригодились. Анют, Анют, ты смешная. Ой, Боже. Отходим, отходим, отходим. Даник. Даник копытцем стучит. Давай. Так, сейчас Даник будет прыгать. Внимание! Анют, осторожно. Ой, а где наш краб? Куда он делся? Куда? А, он туда упал. И два, и раз, два, три, четыре. У-у-у! Мы не только поплавали, мы еще и искупались сегодня, да? Привет! Забыла! Он что-то задумал. Спасайся. Прыгающая акула. Ну вот и все, ребята. Мы будем с вами прощаться. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и... Пока! Пока! Пока!